со срежным призером на дистанции 1,5 километра. И вот она, тройка призеров, бронзовый чемпион на дистанции 1,5 километра. Наши поздравления. И вот первый спортсмен без гидрокостюма, полторашка. Что ж, очень смело. Температура воды сегодня в районе 17 градусов. Не очень тепло, если вы разбираетесь в температуре. Ну и вот они, лица победителей. Давайте особенно поддерживайте на нашей сегодня с вами миссии. Поздравляем вас с финишем. Добро пожаловать на сушу. Всегда очень интересно, занимательно.